меня слышите? У меня таки наружное кровотечение, проверка по ЭВПЮ. Вижу рассекающееся кровотечение. Нет, нету кровотечения. На болевой. Не реагирую. Вызываем диспетчер, позвони старшего врача. Время заезда. Раз. Время доезда. Два. Время заезда. Скорая Кива. Киев, швидка слуха. Шесть. 161 бригада. Восемь. Талон. Девять. Талон 12. Дыхание, пульс. Дыхание пульса нет. Приступаем к реанимации. Что вы хотите, бригада? Реанимация. Время начала реанимации. Соединяем. 16. Диспетчер, у нас реанимация, помощи не надо, справляемся сами. Расправляетесь, да, молодцы. Отзвоните старшему врачу, пожалуйста. Прошло, хорошо, отзвонка будет. Принято. Подача кислорода. 15 литров в минуту. Сатуратор накинуть. Вторичные признаки биологической смерти, симптом белоглаза. 27, 28, 29, 30. Отсутствует. До вдоха. Сейчас. Продолжить СЛР, готовимся к интубации. Пациент. Ложечки в руки, быстрее монитор. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Готов сменить. 30. Два вдоха, смена. Стоп. Продолжить СЛР. Пока так, ключ, продолжите СЛР, пока ключ, проверяем вену, ставим, быстрее. Стоп, реанимация, анализ ритма на ЭКГ. Вот такой. Продолжите СЛР, адреналин вена. Фиксируем вену. Внешние повреждения есть? Продолжите СЛР, пока ключ, проверяем вену, ставим, быстрее. Стоп, реанимация, анализ ритма на ЭКГ. Вот такой. Продолжите СЛР, адреналин вена. Фиксируем вену. Внешние повреждения есть? На руке нет. На руке. Разрезаем кожу, да? Принято, разрезаем. Кожа один. 26, 27, 28, 29, 30. Асептик, антисептик. Женщина, найдите медицинскую документацию. Может, вы мне расскажете, чем он у вас болеет? Может, я он... нанимаю его. Да? Кто белоглазого проверял, что с зрачками? Узкие по миллиметру. Налоксончик сразу после адреналинщика. Принято. Пошел, фиксируем. Фиксируйте. Шприц. Шприц достаньте кто-нибудь. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Шприц. Поехали, шприц бросим. Извлекаем. Набираем 1 литр адреналина. Открываем, набираем. На чем разводите? На 10 физиологии. Итого 11. 26, 27, 28, 29, 30. Хорошо, стоп, реанимация. Продолжите СЛР. Воздух выпущен. Аускультация. Пожог. Ведро. Принято. Аускультация чего, я не понял? Аускультация. Адреналин принят. Принят адреналин. Аускультируй. 27, 28, 29, 30. Стоп, реанимация. Зона травмы. Тихо. Воздух. Визикулярно. Продолжите СЛР. Давай. Фиксируем, оставим. Каплограф подключаем. Луба должна быть перефиксирована. 27, 28, 29, 30. Сам держу. Потому что у меня... Новослон пошел наверх. Нет, адреналин система сейчас. Свет, влажность кожных покровов видимых. Синюшные, равномерно сухая кожа. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Заправляем систему. Продолжите СЛР. Волосистая часть головы. Подключаем систему. Чисто, цело. Выделение с ушей, из носа, кости носа. Целое. Система подключена. Система подключена. Скорость максимальная. Что капает? Натрия хлорид. Какой скорость? Максимальная скорость. Продолжите СЛР. Набираем 2 мл налоксона на 10 физиологии. Набирайте. Вскрываем. Вводим ведро, вскрываем. Как? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Какой скоростью кислород продолжает? 15 под контролем сатуратора. Пока непонятно, вы куда смотрите на сатуратор? Сатуратор на мониторе. 50. Выпускаем воздух, перекрываем систему. Вводим. Ведро. Принято. Налоксон пошел? Да. Зрачки отреагировали на введение налоксона? Пока нет. Не расширили, да? Ни закорея, ни стагма, вертикальная резонансная. Нет, отсутствует. Укол. 5, 26, 27, 28, 29, 30. 2,2. Корректируем. После этого цикла анализ ритма на ЭКГ. Набираем 60 мл. 50 сразу. Встаем, скрываем, набираем, вводим ведро. Будет укрыть.
Протокол 76. Три ампули відкриваються. Скриваємо одну, набираємо. 82-30. Воротник брось, пожалуйста. Стоп реанімація, аналіз ритму на ЕКГ. Продовжуйте СЛР, набор заряду 200 джоулі. Давай 120, вони хочуть 120. Звісно, хочуть 120, це ж європейські. Готов, набор. Стоп. Набор. Стоп. 29, 30. Саша, качаем, продолжаем. Набор. 120, есть набор заряда. Стоп, реанимация, включили кислород. Ручки, ножки убрали. Не трогает никто. Разряд. Продолжим разряд. Тут набрано 40 мл глюкозы. Вводите в ведро. Перекрыл систему. Ввожу. Набор размера воротника. 4 пальца. И 30. Так что, медицинской документации никакой нет, не, да? Не, мая, нигде я... ничем не болел. Готовит. Я знаю, ну что же, физиотерапия уже. А у него проблем с законом не было? На красную ампулу. Вроде нет. Ну, не зазнавался. Ага. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Да? Полиция. Да. Сейчас полиция надо будет. Кордерон готовим, пока не водишь. Что такое вызывает? Женщина, сходите, пожалуйста, на кухню. Посмотрите, там у вас все нормально на кухне. Что-то я слышу, у вас запах газа какой-то. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Укол. Глюкоза сколько? Сейчас. 3. А аускультируй. После этого цикла проаускультируй легкий еще раз. Набираю еще 40 мл. 40 мл, 40%. Ну, набираем, вводим в ведро. Есть наркоман у нас в квартире, адрес какой-то, приезжайте. 9.30. Консультации готовы. Сережа принят. Тут. Сережа едет. Продолжим. Вы что-то нам говорите? Визикулярно? 4 раза послушали. Да? Курсовая волна нормальная на магистрале? Давай вторично. 40 мл глюкозы. Перекрываем. Пульсовая волна слабая. Вводим. Трахея не симметрична. Симметрично. В общей сложности 80 мл глюкозы пошло. Надключичные ямки. Сами ключицы. Целые, чистые. Живот. Мягкие. Глубокие пальпации, гримасы на лице нет. Печёночная тупость не убрана, нормально. Хорошо, кости так. Целые. 9.30. Два вдоха убираем. В паху старые шахты. Есть старые некровяты. Приняли разрез? Приняли, разрезаем, только ножницы покажите. На ящике сверху железные ножницы. Нет, на полу кинул. Дайте. 4.25, 26, 27, 28, 29, разрывай. Разорвал. Где под колено? Все, разорвал, принято, разорвал. Принято. В паху шахты, да? Да. Пульсация проводная на бедренных артериях. Слабая. Слабая. Профилактика гипотермии, проверишь, Саша, накинешь ему. Внешний крепотажный нормально. С этой стороны. Термоотдело набросишь на него, перелома хорошо. Там нет кровотечения. Варикозное расширение вен, вижу? Нет. Пульсация тут симметрична? Нет. Симметрично. Цвет влажность кожи по крови нижней конечности. Какой влажности цвет? Тромбофлебитов никаких. Сухие, нет, холодные, бледные. Сухие, холодные, бледные. Хорошо. Кровотечение где нет, бледнеет по крови. Термоодеяло. Сверху хотя бы набрось. Достать, пожалуйста. Два раза уже или 80 перепроверили. Ага, набор заряда 200. Кардерон уже подготовил. Да, 200, продолжить СЛ. А, кстати, смазали. Смазали. Маска принята. Понятно. Стоп, реанимация. Стоп, реанимация. Кислород отключен. Все отошли. Разряд. Принят разряд. Поменяй Сашу. Стоп, еще одна глюкоза. Так, а поменяй Сашу. Поменяй Сашу. Саша идет на АБУ. Идет со мной на АБУ. Я тебя меняю после этого цикла. Можешь амбушку не снимать. Ну 6, 27, 28, 29, 30. Смена! Ленин. Укол. Проверка глюкозы. Сколько сейчас глюкозы? 5,2. 5,2, хорошо.
Так, это есть. Флакон 400. Скорость максимальная. Меняем флакон, если закончится. Еще пока нет. Остается 50 мл. Это включена? Да. Включена. Пульсоксиметрия. Пневматурок не исключили. Какая сатурация сейчас? Температура тела. 73. Рок-лимит исключили. Токсины исключили. 27, 28, 29, 30. Электронный? Электронный градусник, да. При вдохе следующий проверь, 8. Не подтыкаясь на легальной маске, не подтыхивает, проверь при вдохах сейчас. Давай. Нет. Вижу раздувание щек или воздух? Нет. Нет. Запах. Запах изо рта. Какой? Уже никакого. Вы же на трубе. Хорошо, ясно. Так, это еще капается. 4 танца. А, кардерон готов. Кардерон уже готов. Что вы хотите от ЭКГ? Есть где? Он принимал какие-то препараты? Она на кухне. Она на кухне. Женщина, идите сюда. Женщина пришла. Да, да, что? Что? Он принимал препараты калия, магния, бета-блокаторы, макатрикальцевые каналы? Нет, никаких лекарств не принимал. Ничего такого не принимал, да? Хорошо. Значит, реакция сейчас? Реакция на что? Реакция на свет. Достаю фонарик. А где свет? Реагирую сотрудественно слабо. По 4 мм одинаково. После этого цикла анализ ритма на ЭКГ. Приготовьте кардерон. Кардерон готов. Кардерон подготовлен. 300 мг 5% подготовлен. Оценка по шкале холонов. Вы нас слышите? Не отвечали, глаза не открывали. Эдитию проверяли. Эдитию проверяли. Это 27, 28, 29, 30. Стоп реанимация, анализ ритма на ЭКГ. Что мы видим? Продолжить СЛР-200. Джоули, напор заряда. Смотрим. Набрали 200. Стоп реанимации. Стоп реанимации после 7 заряда. Кислород отключим. Разъяд. Продолжить СЛР. Кислород не отключен, продолжайте. Передущий. Сказали, что отключаем. Так в схеме все равно он есть. Полкушевый баллон. Кардерон идет сейчас? Нет, ты считаешь? Надо было мешок отсоединить. Кардерон вводим. Вводим 300 мг кардерона. Ведро. Перекрыл систему. Ввел. Принято. Открыл 300. Систему. Дальше капает. Вот 5, 26, 27, 28, 29, 30. 4, 5, 4, 5, проверь. Кто проверил. Токсины. Яремные вены как раздуваются сейчас? Нормально раздуваются? Слабого наполнения, но не спавшиеся. Не спавшиеся, нету сильного перераздувания. На левое яремное свежее место отъехать. Принял. Проводная пульсация на сонных артериях. Проверяем. Сейчас еще раз смотрим. Проводная пульсация. Есть. Есть. С обоих сторон есть? С обоих. Верхняя треть грудной клетки. Синюшная или обычная? Поменяй меня после этого. Такая, как и все остальное тело. Слегка цилотично. Хорошо. Влажность сухая. 4-й цикл начался, продолжите СЛР, так будет готов поменять через какое-то время. Так, глюкоза измерена, все измерено. Так, Саша, подзаводим машину, готовимся к специализации, прогреваем машину, салончик, включаем печечку. 30. Есть 2 вдоха, пошло 2 вдоха. Щит поближе, как только с машиной закончишь. Машина заведена, хорошо каталось, что достается. Быстрее готовим щит. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Продолжить СЛР. Это 5-й после 6-го анализа. Пульсоксиметр будет. И раздавите оборудование. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вон, если надо, есть. Оборудование аккуратно. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Анализ ритма. Анализ ритма на ЭКГ. Все отошли. Что мы видим? Отпускаем. Проводная синусовый пульсация. Ритм. Отлично. Есть пульсация. Есть пульсация. Проверяем дыхание на протяжении 10 секунд. Раз, тройным два, прием солье. За 10 секунд ни одного 4, вдоха. Ни одного? Ни одного вдоха. Накладываем 12-й канальный ЭКГ. Быстрее, Саша, готовит щит. Измеряем давление, нажимаем кнопку. Давление, нажимаем кнопку. 80 на 40. Сколько? 80 на 40. Вливаем вторую вену, есть возможность поставить? Есть, конечно. Ставим вторую вену. И ставим дофамин. Дофамин. Строй. Подожди, я что-то фиксирую, понимаю, что делать. Стоп. Наружную и ремную. Не переходим. Можем, нормально наполнил? Нормально.
Используем манжетку как жгут. Хорошо. Цвет, влажность кожных покровов, час конечностей. Капиллярное наполнение проверить. Прохладное, приятное. Больше 2 секунд. Ацептик, антисептик. Принято. Нет. Ставим вену. Забирайте для пробирок. Лев можешь забрать. Шины можешь забрать. Бортовой полностью все чисто. 5 минут. Чисто. До конца 5 минут. 5 минут всего. Красный, желтый, зеленый. Подключаем вторую вену. Сюда набираем одна ампула 4%. Открываем, набираем, выливаем на асфальт. Макс. Все, на асфальт принято. Сюда. Хорошо, на асфальт. Саша, что это было? Это был дофамин. 4%. Какой скоростью капаете? Набираем, подключаем. Дофамин 5-6 капель в минуту. Так струйно или 5-6 капель? Нет, дофамин 5-6. Принято 5-6 капель. Подключили. 2 минуты прошло. Повторно измеряем давление. Только я системы не вижу. Одна. Стоп. Черный, фиолетовый. Здесь подключены. Стандарты. Подключены. Пленку пишем. Написали. Пленочку оторвали, сняли. Вот ваша пленочка. Хорошо, отлично. Синус аверит сохраняется. Частота какая-то, нам дайте гляну. Будьте готовы на госпитализацию. 70. Саша, продых сделаешь, мне скажешь. Вот эту аппаратуру можешь нажать в машине. Перепроверяю давление. 100. 90 на 40. Все, оставим. Быстрее, собираем аппаратуру. Собираем. На мониторе ищи сюда. Что там с температурой? Температура на электронном градусе. Стоп, фиксируй голову, давай погнали. Было 36,8. Быстрее на себя переворачивай. Градусы убрали он. Раз, два, три. Задняя поверхность. Чисто. Прямую кишку палец. Палец вставляем. По перчатке гал. По перчатке. Отлично. Елена, вот сейчас мне все говно на ножах. Ниже, да. Ножи. Снять перчатку на. Перчатку. Быстрее. На счет два. Раз, два. Опускаем. Три. Максимально фиксируем. Стоп. Продолжаем. Продолжай фиксировать. Набираем. Растворы не оторвите. Набираем гематран. 10 мл гематранов. Какой цели? С целью остановки кровотечения. Нет кровотечения. Какашки. Какашки целые. Никакого гематрана не надо. Не услышал. Монитор на тело. Быстрее фиксируем. И со своей стороны. Фиксируем. Что там сатуратор? Товарищ судья, что у нас? 79. Побольше открываем. 17-18 литров в минуту. Максимум 17. Кто-то закрыл то же самое, ты понимаешь? Все как есть, подняли, понесли. Куда подняли, если? Сбоку. Он не выпадет. Ты же тут свободный. Я тут уже все сделал. Что ты сделал? Голова у меня зафиксировала. До сих пор не такая. Желтый рядом. Желтый рядом. Рядом. Рядом, 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 рядом. Ищи. Есть. Зеленый. Да. Потом по праву. Спонтанное дыхание не появилось. Еще не 10 секунд. Нет, не появилось. Продолжаем ИВЛ. Сколько до конца? Уже. Мы не комментируем. Все, 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 Саша, не суй сюда. Нет времени, оставь покоя. Зеленый держит. С ровной спиной. На счет три. До конца 1 минута. Раз, два, подняли. Понесли. Осторожнее, осторожнее. Давай заходим. Заходим, заходим, заезжаем. Провода. Мазь, провода. Есть провода. Едем,
реанимацию. Ближайшая реанимация 5 минут хода. Отправление. До терапии 2 минуты хода.